Да, билят, ну нет, ну нет, ну я только зашел, отстань. Нет, 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 ты не ко мне едешь. Блять. Всем здорово, народ, на канале Бублик Channel, и прямо сейчас мы находимся на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект будет в описании, также в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, обязательно переходите и подписывайтесь на него, там выходит очень много эксклюзивной и годной инфы. А прямо сейчас я не знаю, что я буду записывать на прове, я просто зашел, у меня просто две звезды, я просто катаюсь на своей двенашке и, так сказать, в поисках приключений на свою жопу. Поэтому, если вы увидели этот ролик, значит, я все-таки насобирал контента для того, чтобы его выпустить. Если вы его не увидели, значит, я прямо сейчас просто в воздух пизжу, и вы меня никогда не услышите. Все, а если сейчас, короче, склейка будет, вот, если вы его увидите. Пизда, хочу заехать, хочу заехать. Ну, давай погоняем. Ну, давай. Как? Если вы когда-нибудь задаетесь вопросом, как я устраиваю погоню, то вот вам наглядный пример. Подъезжает, значит, полицейский такой: давай погоняем. Я такой: давай, и все, и понеслась. Ну, смотрите, кстати, что делает 12. Аля-ля, с тробоскопами херачит. Смотрите, я тоже такой. У меня, ну-ка, я сейчас красивую превьюшку бахну. Вот так, вот так, вот так, по красоте. Вот так, вот так. Оп, ой-ой-ой, какие кадры. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какие кадры. Подожди, подожди, подожди. Вот так, вот так. Ой-ой-ой, какие кадры, какие кадры. Жалко, что не день. Так. Ну, вы видите, что моя двенашка не чувствует просто его камрюху. Ну, все потому, что это двенашка, а у него камрюха. Логично же, что двенашка как бы на стейджах, она не чувствует. И, ну, слушайте, у меня такое ощущение, что я реально не чувствую, а не он не нажимает. А ну, подожди, сейчас проверим. Так. Я не пойму. Ты такой не едущий или ты не нажимаешь? Я не еду. Серьезно? Ну все, сейчас я нажимаю газ в пол и не буду отпускать. Мне интересно, он что, реально не может меня догнать? Нет, догоняет. Догоняет, но очень тяжело. Прям видно, что у него как-то прям проблемы с этим. А сейчас подрежет, я же чувствую. Ну сейчас он притормозил. Нет, но он догоняет, но очень-очень тяжело, очень тяжело. Вот сейчас я вообще от него ухожу. Потому что он притормозил, и я его на ускорении поймал. Максималка у него должна быть больше, по идее. Ля, смотрите, моргает. Я тоже так умею. Все, я в максималку уперся, он догоняет. Он догоняет, поэтому можно... Можно грязные движения делать. Ёпта. Охуенные мои грязные движения. Он затоталил меня. Он просто меня втоталил. Я его теперь убью. Я же могу убить точно. Точно, точно. Можно было машину затоталить с одного удара. Я тоже так умею. Ты сейчас офигеешь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мужчина. Да оно не простреливается, даже не пробуй. Да почему я не могу на двенашку запрыгнуть? Это же КамАЗ, что ли? О, ничего себе. Нет. Говно решение. Ага, фигушки. А я тебе сказал то, что я тебе даю шанс, а ты не стал перепрыгивать. Чё ты не стал, а? Ага. Ага. Блин, слушай, больно какая. Блин, как по нему попасть? Это так больно. Что за хрень? Ты фу, он РП у тебя вообще. Ай, как больно. Решетка больно. Дурацкая. Ё-моё, ай, всё, убил. Я тебя не пощажу, я тебе отвечаю. Убил. Я тебя уничтожу, я тебе отвечаю. Убил. Вот ты веселись, веселись. А чё я прыгнуть не могу? О, так о, да, о, ты думал, я просто так из машины вышел? Да. Надо к нему перелезть и убить его. Опа, пока он в машине. Пошла, пошла, пошла. Странно, что тачку не зататали. Так, он меня один раз попал. Меня учили стрелять правее и выше головы. Тогда я точно попаду, поэтому я туда и целюсь. Он какой-то очень читерный. У него пистолет лучше. У него полицейский, а у меня не полицейский. Опа! Вот это шанс был. Патроны, кстати, я что-то потратил. Это я все из-за того, что я в решетку дебильную стрелял. Так, давай, вылазь. Ванечка. Ванек. Ванюня. Ваниня. Ванюня. Ваня. Да он за машиной, у меня вообще укрытия нету, так нечестно, подожди, алло. Чё это я тут стреляю с ним? Я вот сюда побегу, у меня здесь укрытие хотя бы будет. Так, оп, ага, куда ты поехал, родной? Почему машина не тоталится, сколько раз я в нее уже попал? О, затоталилась! Не уехал. Куда бежишь, Ванечка, стой. Родной, не убегай. Смотрите, меня выцеливает. А?
Нет, он просто убегает, серьезно? Ты отсюда не попадешь. У меня тоже столб есть. Что за перестрелки вокруг столба? Сейчас я все знакомые приедут, вот это мне жопа будет. Так. А, он что-то кричит, но я не слышу, он очень далеко. Да куда ты побежал? Не убегай! Он вечно убегает от меня. У меня, кстати, теперь... Он сказал, что у него хп немного, но при этом у него броник целый. Я же по нему ни разу не попал. А у меня теперь броник не целый, поэтому мы, в принципе, с ним в равных условиях. Это там кто подъехал на черном Марине, а? Биляд! Вот это плохо! ГВДшник приехал. Черный Марин, я надеюсь, там ОПГшники какие-то сидят. Что он делает? Он направил пистолет на ОМОНовца? Биляд. Я ни при чем. Он перелазить будет? Дурак, не перелазь, я ж тебя убью. Ага. Давай, постреляй. Помогите! Их двое, я один. Шульцы! Шульцы! Я никогда не был так рад Шульцем. Ну почему они в этот раз мимо проехали? Так. Все, я убегаю. Их двое, я один. Мне бы кого-нибудь найти. Майбах! Алло! Я видел, как он прыгнул. Майбах, забери, пожалуйста. Ой. А у него калаш! Оп, салам алейкум, пацаны. Я в форме, я лидер. Да, блядь, слышишь, ты лидер? Я лидер, мне нельзя, Тём, извини. Прости. Лидер, надо же было еще на лидер. Так, ну Ваню сейчас забираю. ХП вообще нету. Это все потому, что их было двое. Это не потому, что я не умею стрелять. Поэтому, кто мне напишет, что я не умею стрелять, смело может пойти нахер, потому что я ни при чем. Я вам понятно объясняю или непонятно объясняю? Я ни при чем. Их было больше, я было меньше. Я один, их пять. Еще и лидер там был, вы сами все видели. Так что вот. Да. Пизда! Спасибо! Пожалуйста, бери броник. А сколько тебе кинуть? Тянемка забагалась. Хватит меня пиздить. Тянемка забагает. А? Хуетовочка. У меня даже еще ствола нету, отстаньте. Ух, сука. Вообще не знаю. А вот и нет, ну это неинтересно. Ну ладно, все. У тебя ствола нету? Ну тогда неинтересно, езжай. Блять, что это? Не понял я. Вы чё? Бессмертные? Да. Я вас же вас сейчас убью просто. Тихо. Не-не-не. Как это нельзя? Чё? Ты вообще на два выстрела. Давай наряд это ДСП. Так, все, выехали отсюда. Быстро выехали. Опа. Я тебе сейчас наопкаюсь, ты на моей базе вообще-то нахуй. Алло. Стоять на месте. На моей базе, вы чё, пацаны? Вандализм. Вандализм, да? Я сейчас встану, погоди, подожди. Стой на месте. А да ну ты... Нет. Я убил! Да, нет! Ты как опять? Ну почему вечно... Ты как задолбала меня эта фигня? Ну почему они вечно... Да их больше, а я один! А я вообще на мою базу приехали, опять я сижу, почему не они в тюрьме, почему я? Посмотрите на эти красные глаза. Давайте заходим. Сейчас, блядь, Тулева будет. А кто с кем приехал Тулица, кого убить, покажите, всех убью. А кого? А можно начать же стрелять? А нормально, что там шлицы с головы подошли? Своих чужих. 2-3, погнали нахуй. Ёпт! Хорошо, мужики. На, блядь, селедку, блядь, в таверму, нахуй. Блядь, по своему... Кто-то по своим, да, спасибо, брат. Я почувствовал. Извиняюсь. Питуль меня вот. Под прицелами не бегайте, блядь. Капец, что за дичь происходит? Там менты за... Там мент один не за нас. Так убейте его. Шульца, хуярьте, блядь, там просто вообще, блядь. Да, там один ОКП был. Вот так вот.
нормально. Мы что-то прям жестко их забрали, нет? Тут стояли менты, Ефимовы и Шульцы, мы просто по всем стрелять начали. Алло, машина пропала! Блять, спаун, ёпта. Пушим, давай их запушим, нахуй. Не, запушим, умрем, зачем? Так делать, Илья? Еще одного мента положили. Еще мента, да. Все, сейчас. Вон они бегут, они просто бегут, убегают. Бегут. Давайте, все, давайте, все, машину сядем, догоним. Там чувака, там одного из Шульцов кафнули, и мы его первым убили вообще. Да, мы его... Я, бля, кстати... Мы подлетели, кафнули Шульцов и началось... А, это мой модератор, не убивайте его! Джемана Джигарханяна, не убивайте! Кто а там? Чё он здесь делает? Блин, подожди, стой. Данечка, радуйся. Спасибо, спасибо, моей стороной это было вкусно поставлено. Нет, в больнице много шпасов. Да подожди, о, меня тоже убил. Я убил, убил ОМОНа. Ну пиши. 173 записал. Обходи его по левой стороне. Он в воду прыгнул, он чё, больной? 301 записал, да. Сына, вы можете в мирке умирать, я буду вас выпускать, и вы будете скидывать. Бля, сейчас если мы его выпустим вообще... А, ты его убил? Я убил, да, убил. Всё, с кайфом. Всё, можно лагаут. Давайте без лута, блядь. Thank you.